come and fuck me. I feel so ordinary, said when you around me. Treat me like gold, why you wear me out? Arguments, you carry me out. Всем привет, меня зовут Ангелина Тими, добро пожаловать на мой канал. Я сегодня решила выйти к вам не накрашенной, накрасила только губы. И у нас сегодня очень классная рубрика, а именно пустые баночки. Кто-то ее называет типа пустые баночки, допустим, января, да, то есть месяц, в котором вы снимаете. Называйте как хотите, главное, что это очень интересная рубрика, как по мне. Я сама их смотрю, потому что очень реально классно посмотреть, что человек говорит уже о продукте, когда он его доиспользовал. Так скажем, выгляжу вот так. Видите, у меня здесь быстрая предыстория. У меня растут волосы, и эти передние всегда хотят в эту сторону. Я пытаюсь их воспитать, пока, как видите, не очень. Давайте начнем. Первое, о, господи, что у меня здесь есть? Это вот такой вот ополаскиватель. Это у нас ополаскиватель от Cocolino, да, часто реклама у нас у него, о май гарбл, это что за высказывание? 58 стирок, супер классно и так далее. Давайте аромат. У меня так получается, что я один покупаю всегда, то покупаю Lenore, следующий Cocolino, потом Lenore, потом Cocolino, не знаю, по крайней мере, мне кажется, здесь они самые норм. Очень действительно такой, знаете, аромат цветочный, в принципе, у нас здесь, да? Почули? Да, действительно классный, но, если честно, я к нему немножечко уже привыкла. Я, кстати, недавно сделала такие выводы, что все-таки я очень люблю, знаете, менять какие-то шампуни, я не знаю, сыворотки и так далее. Еще из-за того, что я очень люблю, когда, знаете, аромат, вот это вот все немножечко меняется, да, то есть порошки и так далее. Я не могу покупать что-то одно, допустим, вот мне понравился, да, этот ополаскиватель, и я его буду покупать теперь всегда. Нет, 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 даже вот несмотря на то, что я один раз такой, другой раз такой их беру, все равно как будто бы я уже привыкла, поэтому, да. Знаете, что могу сказать про него? В принципе, его многие любят, он классный, он хороший. Я считаю, что если вы видите Cocolino на скидках, то вы должны его брать, потому что это норм. Далее, далее, далее. Она была действительно хозяйкой. Это у нас сиф 500 мл. Вот когда я вижу, что для всего, это, конечно, очень интересно. И ванн, и кран, и все. Давайте по аромату, да, вы понимаете, я все... Аромат, на самом деле, приятный, приятный, цветочки пинг, о май гарбл, реально хороший, сиф также очень многие любят, я поэтому и знаю, что там он вроде бы, да, нормальный, смотрите, видите, оно все хочет на ту сторону, а я не даю никак. Нормально, супер, сиф очень часто, по крайней мере, у нас сейчас в Кишиневе бывает на сейле, большой сиф и маленький сиф, поэтому супер для всего иметь такое средство, да, куплю в следующий раз, да, куплю, возможно, просто в другой этой баночке. Next, oh my garbull, это у нас жироудалитель. Что хочу сказать, для плит и духовок Gold. Уникум. Он нормальный, он классный, но вроде как бывает не намного лучше. Поэтому, в принципе, норм, но не то чтобы... О май гад, да? Она любила делать такие выводы. Далее, что мы видим? У меня здесь так много всего. Это у нас соль для ванны. Вот уже просто видно, что здесь все, конечно, да, тролливали. Это молдавский производитель Verica. Соль для ванны. Сколько здесь у нас? У нас здесь 1 килограмм. Это супер-мега классно. Да, я не могу сказать, что прям много ставлю соли, когда я купаюсь в ванной, да. Но все же, когда я принимаю ванну, я люблю туда класть соль. Советую вам. Все-таки говорят, что она расслабляет, да, хорошо влияет на нашу кожу, почему бы и нет. Поставлю где-то 8, в принципе, цена была норм, визуал тоже такой норм, все хорошо, ставим соль, да, водичка течет, соль растворяется, и когда мы садимся туда, то уже просто все вау, поэтому супер, куплю обязательно еще, хоть у меня она закончилась, нужно купить, всегда-всегда есть такая соль, я всегда ее использую. Да. Так, уже у нас здесь начинаются, наверное, интересные такие продукты для меня, потому что, ну, это мне куда интереснее. Это у нас шампунь Сьюз Color, my garbull, шампунь для окрашенных волос. Здесь у нас 440 миллилитров. Что хочу сказать, на самом деле Сьюз любят многие, даже те, кто пользуется профессиональным уходом, поэтому присмотритесь. Он, конечно же, куда выгоднее, чем профессиональные шампуни, тем более, когда здесь 440 миллилитров. Поэтому реально можете присмотреться. Я, если и беру такие штучки,
палочки я беру именно, да, для окрашенных. Не знаю, почему я так делаю. Я уже не раз говорила, что могу сказать, что реально, как будто бы, когда ты берешь какой-то уход для окрашенных волос, он, наверное, не так быстро смывается. Конечно, он смывается, вопросов нету, но как будто бы более бережно. Поэтому я всегда присматриваюсь. Насколько я помню, мы этот СИОС покупали в Румынии. Я не знаю, что сказать. Честно, если, ну как, в принципе, да, для шампуня главное это хорошо промывать корни. Но все же, если вы уже ухаживаете за волосами, если вы разбираетесь, покупаете, конечно, это не единственное, что вы хотите от шампуня, да. Кто-то хочет, чтобы он не так смывал краску, кто-то хочет, чтобы он делал объем на голове, кто-то хочет более шелковистые волосы и так далее. Я могу сказать, что это где-то шампунь, знаете, на шестерочку, семерочку для меня. Пользоваться можно, да, вот я его купила, я его использовала до конца, но как будто бы, возможно, лучше покупать профессиональный. Шампунь приятный, нормальный, хороший аромат, такой тоже для меня какой-то цветочный, это классно. Не знаю, куплю ли я еще раз, многим все-таки СИОС кажется очень, знаете, грубым, да, то, что, ну, короче, бывает у некоторых и перхоть от него, даже у кого не перхоть, у кого-то бывает шелушение. Короче, присмотритесь, попробуйте, в принципе, за такую стоимость можно брать, и вдруг что не подошел, не так жалко. Ну, раз пошла тема волос, я вам показываю вот такую вот маску от Estelle Vita Therapie. Я на нее снимала, помню, свои первые обзоры на YouTube-канале, можете посмотреть там более подробно. Здесь у нас пол-литра. Это считается уже такой, ну, профессиональный уход, да, Estelle тоже многие используют в салонах. Я люблю Estelle. Давайте вспомним аромат. Мне нравится аромат, он не навязчивый, но все же он, конечно же, есть. Это у нас восстановление питания, так как бы многие ее называют, Estelle в зеленой коробочке, да, что-то такого. Да, мне понравилось. Это еще, вот у Estelle, посмотрите, есть разные штучки. Есть Estelle там Deluxe, Estelle Princess, это Estelle Curex. О май гад, все словечки. Я хочу сказать, что маска реально хорошая, маска классная, она очень и очень густая, это очень топово, потому что, конечно, чем гуще, да, тем лучше, потому что вы будете ее использовать дольше, то есть она вообще каждую свою копеечку вам покажет и отдаст все, что она может отдавать. Очень хорошая маска, я ее люблю, это не, знаете, что-то супер-мега-вау, не, ну, знаете, такой хороший, средний такой моментик, который должен быть. Куплю ли я во второй раз? Смотрите, как я вам сказала, я не люблю прям часто покупать одно и то же, да, как вы поняли. Но я люблю Estelle, я буду покупать дальше Estelle. И хочу сказать, что у меня уже в запасе есть Estelle, вроде бы оранжевая или желтая. Короче, какая-то вот такая вот маска, просто другая, да. И она ждет своей очереди, потому что я сказала себе, Ангелина, 3-4 масочки у нас в ванну, ну или бальзам, неважно, остальное не открываем, да, чтобы как-то все равно это да, использовать, хотя у меня сейчас волосы растут, потому что я применяю разные штучки, также можете посмотреть на моем канале, и ухода требуется все больше, но все же, когда у тебя 3-4 варианта, они уходят не так быстро. Короче, задержалась долго. Я ставлю ей, учитывая ее стоимость, учитывая ее количество, где-то 8. Реально хорошая маска, я считаю, очень даже норм, а вы уже смотрите, вы как хотите. Next! О, еще одна штучка, не бьюти, не раз ее показывала, это ваниш. Это у нас, короче, для белых пятен туда-сюда, я использую для белых пятен, для белых носков, такое, да. Здесь 100 миллилитров не очень выгодно, потому что оно такое прям как водичка, но я все равно покупаю, у меня есть еще 2, когда нужно там отбелить что-то, использую иногда вот такое. Далее, далее, далее. Это у нас, ой, тут так потекло, ну ладно. Это у нас Rexona и Dove. Что хочу сказать, я не знаю, как их делают, но мне кажется, у них, знаете, количество применений просто минимальное, как по мне, потому что, ну, опять же, не знаю, как у вас, они у нас уходят очень быстро. Я уже не раз говорила, что я люблю пользоваться иногда мужскими вот этими вот всеми моментиками, не классно, они прикольные, мне нравится их аромат, мне кажется, они лучше работают и так далее, без вопросов, но они реально очень быстро уходят. Я почти в каждой, не распаковке, а в каждом видео, где говорю про пустые баночки, их показываю, то есть
Они очень быстро уходят. Еще две минус. Далее. Так, это что у нас? Это, давайте я вам другое что-то покажу. О, краска для волос. Вот такая. Да, я думаю, все вам понятно. Это у нас, насколько я помню, испанский бренд. И у меня от них есть оксидант 1,9 вроде бы процентов, что-то такое. Называется Hypercin. О май гад. У меня здесь оттенок 4.0. Это, в принципе, если я покупаю 4.0, либо 4, там еще какие-то циферки, в зависимости от краски. Я чередую краски, так делаю, мне так нравится. Что хочу сказать, я вот им красила сейчас последний раз волосы. Очень даже интересный краситель, присмотритесь, это профессиональная краска. From Spanish, of course. Здесь у нас сколько? Где-то 60 миллилитров, да? Да, 60 миллилитров, это довольно-таки мало, да, конечно, когда 100, это получается очень выгодно, потому что вы можете разделить на 2 применения. Но все же, здесь у нас 60 миллилитров, я ставлю этой краски где-то 8-ку, все-таки у него уже и стоимость такая повыше, да, и как бы получается в итоге не очень бюджетно, но как есть. Далее. Буквально сегодня я выбросила этот продукт, хотя я его давно не использую. Это у нас гель-филлер для контура глаз. Глубокое действие против усталости и темных кругов. Это у нас комплимент. Комплимент очень бюджетный производитель, да, бьюти-штучек. Но есть много классных, прикольных штук. Я хочу сказать, что мне это не понравилось. Он, как говорю вам, да, стоил бюджетно. Здесь у нас 25 миллилитров. Я люблю применять какие-то такие моментики, ничего, конечно, сверхъестественно я от них не жду. У меня, допустим, есть, я не знаю, даже у меня не мешки, а, знаете, как будто вот, ну, какие-то вот такие моменты. Конечно же, да, ты ничем там не помажешь, и станет все лучше, но просто уделяю этой зоне, да, время и какие-то продукты. Мне не понравилось, вроде как нанес, какая-то гелевая такая текстура, как будто бы что-то есть, как будто бы что-то нет, ничего не понятно, и не хочется даже как будто бы наносить. Я вот, да, использовала, но, ну как, здесь еще есть. Короче, мне не нравится, я вам не советую, несмотря на то, что очень бюджетный продукт, и можно было бы, в принципе, брать. Мне кажется, нет, если уж и брать, то, да, ну, уже что-то получше. Что вам хочу показать? Еще, о, давайте еще один, у меня много, да, всего. Еще один краситель вам покажу, вот такой вот, от Orin, и это у нас оттенок, меня уже не раз спрашивали на канале про оттенок, и это 4.71 шатен коричневый пепельный, очень нравится многим, когда именно есть, знаете, этот пепельный момент, но брюнетки меня поймут, о чем я, сколько здесь, здесь также 60 миллилитров, но он бюджетнее, чем, допустим, предыдущий. Нормально, классно, прикольно, я немножечко не тот цвет получала, который я хочу, наверное, надо брать темнее, но окей. Orin также популярный, да, вы можете его найти в НВБ, там тоже очень много отзывов, прочитать как, что, куда. Нормально, классно, я могла еще раз купить Orin без проблем, но по крайней мере хочу последнее время... Но хочу посмотреть немножечко другие краски. Ну и давайте что-то одно еще я выберу. Это вот это. Этому парфюму очень много лет, очень много моментов. Он уже весь, конечно, просто трэш. Это Монталь. У него очень такой приторный, но в то же время... О, Ангелина! Ну, короче, давайте так скажем, куплю ли я его во второй раз? Нет, хотя у него прикольный, да, визуал, вот эти вот крышечки, эти мешочки, это классно, но я его не куплю, я сейчас немножко в другом направлении по парфюмам, поэтому не ставлю ему, ну как, был, да был, но не куплю во второй раз, возможно, другой аромат, поэтому тоже это у нас уходит. Все, дорогие мои, вот такие вот были пустые баночки. Еще раз напоминаю вам, пожалуйста, поставить лайк на это видео, поддержать меня. Я натуралочка вот такая, да, без макияжа. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. И можете оставить любой комментарий, который хотите, в том числе и стикер. Мне будет очень приятно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!